Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Вона смілива, гарна і тендітна дівчина, але вона зуміла перемогти не лише усіх, а ще й саму себе. І далі продовжує це робити. Зустрічайте, у нашій студії Наталія Мавдрик, абсолютна чемпіонка світу та Європи з пауерліфтингу, рекордсменка світу та Європи, еліта пауерліфтингу за версією VPA. Ей, а ось така сьогодні гостя в нашій студії. Справді, дуже рада бачити вас у нас. Добре, що прийшли, знайшли час, бо тренувань у вас багато. І знайти хоча б хвилинку для вас – це проблема. Наталія, ну, ми вже бачимо, скільки у вас є різних медалей, є кубок, є ще багато чого. І, мабуть, ще більше вдома. Да, просто не було вже… Це небольша частина, яку я змогла з собою взяти. Не було у нас місця, щоб все це викласти, але ось такий спорт. Він вимагає зосередженості, вимагає уваги і, мабуть, великої роботи над собою. Так? Да, абсолютно точно. Это спорт не для всіх. Он требует немного жесткости, уверенности в себе. Это спорт тяжелый, но... Есть люди, которые тяготеют к железу, и я, наверное, оказалась среди них. Ну, я не знаю, ну ви така тендітна, така, знаєте, жіночна. Я, знаєте, коли раніше думала, що ось жінки повинні перемагати і десь ось щось таке тяжке піднімати, вони вже втрачають свою жіночність. У вас так не сталося. У вас все є. Як ви побороли ось чоловіків? Ну, я би сказала так, що це ж чоловічий спорт. Ви побороли чоловіків тим, що ви змогли довести, що ви краща серед усіх, але не втратили жіночність. Як так? Ну, на самом деле, я не стала лучшей серед мужчин, тому що, несмотря на те, що я сильна дівчина, вважаю, що мужчина должен бути в будь-якому випадку сильнее. Я абсолютна чемпіонка серед дівчат. Звичайно, тобто, я не претендую на звання. Не претендуєте. Да, бути сильнее, чем мужчина. Ну, скажем так, этот спорт стал достаточно популярным, и в последнее время очень много девушек, которые молодых, начинающих спортсменов, которых я вижу на соревнованиях. И это говорит о том, что очень многие девушки, несмотря на то, что они слабый пол, но вот находят себя именно в таком достаточно жестком и мужском, на первый взгляд, виде спорта. Ось я про це і хотіла сказати, що насправді перемагати там, де чоловік, де чоловік вже знайшов ось ту нішу, жінці, мабуть, вдвічі складніше. Тобто чоловік дивиться, що вона робить і як вона поводить себе в своєму колі. І він вже може трошки засудити жінку, вже може сказати, що ну як же так, це наша сфера, ми тут повинні бути сильними. А жінки пішли, пішли і показують досить непогані результати. От чи було у вас ось така, чи були конфлікти між чоловіками і жінками саме через це? На самом деле, серед спортсменів, ну, я би сказала, що нет такого відношення. Тобто спортсмени мужчины относятся очень уважительно к спортсменам девушкам. Скажем так, среди мужчин, которые далеки от этого вида спорта, ну, пожалуй, да, есть некое непонимание, некий, возможно, даже страх перед такими девушками, хотя я всегда писала в своих постах и стараюсь это пропагандировать, что в спорте я могу быть сильной, да, но при этом я в любом случае остаюсь слабой девушкой, которая элементарно всегда требует какой-то защиты от мужского пола. Поэтому я не претендую быть сильной во всех сферах, и думаю, девушки-спортсменки думают примерно так же. А среди спортсменов именно на соревнованиях, ну, скажем так, у нас нет борьбы с мужчинами. То есть у нас борьба среди девушек, у них борьба у себя среди мужчин, поэтому, ну вот, скажем так, такого рода конфликтов в принципе нет. Те, що ви зробили, от абсолютно стати чемпіонкою, це, мабуть, таке досягнення, про яке мріють усі спортсмени, усі без виключення. Зробити максимум. І зараз вже нікуди йти, ви вже просто перемагаєте себе. Свої досягнення ви стараєтесь перевершити. І як це може вдастися? І що треба для того, щоб перевершити себе? І скільки ви ще бачите ресурсів? Самое главное сейчас для меня – это именно поддержка
единомышленников и людей, которые находятся рядом со мной и помогают, потому что, достигнув определенного уровня, есть времена, когда ты думаешь о том, а может быть, уже есть смысл остановиться, да, что дальше. По ощущениям я абсолютно уверена, что у меня ресурсов еще есть на большее, и я знаю, что я могу сделать большее. Здесь очень уже важную роль играет правильный подход именно к тренировкам, потому как со временем, с годами, естественно, наш организм, он истощается, то есть правильные тренировки, правильное восстановление, ну и самое главное, это именно психологическая поддержка, да. Потому как на том уровне, на котором нахожусь я, и такие же спортсмены, которые достигли этого уровня, у нас в Украине их достаточно много, тут вот именно важна именно поддержка. В світі є люди, які теж можуть показати себе от так, як ви, і, можливо, вам доводилося на якомусь етапі перемогти і їх. Як до українських чемпіонів, до українських спортсменів ставляться у світі? В силу ряда обстоятельств, к сожалению, я не слишком часто имела возможность выступить где-то за рубежом, но при этом я выступала в Приднестровье, и у меня были там 3 года подряд соревнования, и выступала в последний раз, это то, куда я очень серьезно готовилась, это Польша, это был чемпионат Европы. Ну, скажем так, очень трудно сказать на самом деле, о чем думают спортсмены, когда приезжают с другой стороны девушка, да, и забирает кубок. Ну, наверное, с одной стороны, определенно недоумение, возможно, у кого-то зависть. А в целом, всегда атмосфера достаточно дружелюбная, что у людей в голове очень трудно как бы понять. Но при этом нет каких-то явных противостояний. Я думаю, что ну, они в хорошем смысле офигевают, вот, когда выходят такого рода спортсмены. Ну, думаю, скорее вот так. Я теж думаю, що вони не знають, що їм сказати і як себе поводити. Насправді, наші спортсменки, от українські дівчата, вони зараз вже намагаються йти вперед, і більше-більше їх стає, і зали теж переповнені. До вас часто приходять на тренування? От ви теж займаєтеся ще тренерською діяльністю, так? Що жінка ставить за мету перед собою? Как правило, девушки приходят, естественно, с одной целью. Да, это привести себя в форму, привести свое тело в порядок, похудеть, либо, например, наоборот, набрать вес. На моей памяти не было девочки, которая пришла бы ко мне сразу и сказала, я хочу заниматься пауэрлифтингом. Скорее, это уже зависит от тренера раскрыть этот потенциал, потому что у человека, возможно, есть эти задатки и предрасположенность генетическая, что, в принципе, тоже играет роль в этом спорте. И если я у девочки вижу такие способности, я обязательно ей об этом скажу и предложу ей. Но ни в коем случае я не пытаюсь давить, и у некоторых складывается ощущение, что если я спортсменка по пауэрлифтингу, то я всех девушек тренирую в рамках этого спорта. Нет. Цель изначально совсем другая, это чтобы девочка была сильная, здоровая, красивая, подтянутая. А вот уже дальше, ну, тут надо смотреть и раскрывать человека. И если действительно эти таланты и способности есть, и если девушка тяготеет к этому, то я ей в этом помогу. А що треба, щоб було у дівчини з самого початку, аби вона могла себе проявити так, як потрібно? Скажем так, это не боязнь работать с тяжелыми весами. Опять же, тяжелые я беру в кавычках, то есть для каждого это абсолютно свой, может быть, вес. Это именно, ну, вот такая вот определенная тяга именно к железу, которая есть не у всех. Наверное, определенные черты характера, какое-то упорство, какая-то работа над собой, то есть желание всегда сделать лучше, чем было. Ну, наверное, вот это вот первые такие задатки. А от, знаете, багато кажуть, що жінка взагалі, вона за своєю природою не може піднімати якісь важкі предмети, чи взагалі їй важкого не можна носити. А ось ви показали зовсім інший результат. Як ви дійшли? Це поступово, так? Я так розумію. Чи ви одразу брали якісь, ну, вагу якусь вже вашу? Ні, це, звісно, робота дуже поступова. Тобто, ніколи не можна на перших етапах стремитися зробити якісь свої максимуми.
На самом деле, к тому результату, к которому я пришла, я шла 8 лет. Угу. И были взлеты и падения, были определенные уроки для себя. Нет, все это нужно раскрывать постепенно. И если задатки есть, они открываются достаточно быстро. Опять же, главное грамотно составлять тренировочный процесс так, чтобы спортсмен был долговечный. Угу. Потому что исчерпать ресурсы человека можно достаточно быстро, заработать какие-то травмы, что потом, как спортсмена, его сделает очень недолговечным. Угу. Тобто ви бачите ось такий ваш потенціал і, мабуть, вам допомагають лікарі, чи ви вже самі знаєте точно, як потрібно підходити до тренувань? У меня есть тренер, который меня ведет, которому я доверяю. Но, естественно, с моим опытом и со своими знаниями, со своим видением уже этого спорта я, ну, скорее, наверное, чувствую уже некоторые моменты. Сколько килограммов наибольше вы поднимали? Ну, взагалі, яка вага? Если, ну, пауэрлифтинг мы понимаем, это троеборье, это сумма трех движений, да. Последние мои соревнования, и они, пожалуй, лучшие из тех, что у меня были. У меня была сумма собрана 565 килограмм, из них это по 220 приседания со штангой, становая тяга. И 125 это жим штанги лежа, это мой лучший результат. Но я верю и надеюсь, что я сделаю больше. Ну, я просто, мені перед такими цифрами просто в голові паморочиться. Я собі не уявляю, як може жінка взяти таку вагу. І як так вона при тому залишається жіночною. Я не розумію, ну, просто, знаєте, в голові не вкладається. Але от є такі люди, мабуть, це унікальні люди. Мабуть, їх одиниці, не дарма в світі таких мало. І не дарма вони можуть перемагати лише себе. Такі от рекордсмени. Спасибо большое. Одну небольшую ремарку по поводу того, что развить силовые качества может, в принципе, каждый человек, да, если упорно заниматься и идти в этом направлении. Но все-таки, действительно, вы правильно сказали, что рекордсменами и очень сильными спортсменами становятся люди, которые, ну, которых природа в какой-то мере одарила определенными способностями. Но при этом, если человеку нравится, если он видит себя в этом. Я считаю, что нужно в любом случае тренироваться упорно, и результат будет. Трошки хотілося поговорити про останній кубок. Такий він і великий, дуже гарний, непогано виглядає. Я думаю, що цей кубок вам дуже приємно було отримати, бо багато роботи зроблено. Це ж 8 років. 8 років ви йшли тяжко і, як казали, вже злети і падіння були. Де це ви в Польщі, так, його отримали? Це Польща, да, це був чемпіонат Європи в ноябрі 2019 року. Небольшой город Поб'яніце. Собственно, это мои такие за границей масштабные соревнования, к которым я готовилась на протяжении года. И да, этот кубок для меня, он очень дорог, он олицетворяет все эти силы и усилия и мои, и моего тренера, и людей, которые со мной вместе были. Знаєте, коли вже спортсмен досягнув, мабуть, дуже важко втримати результат, а ще важче його перевершити. Тобто, настільки, мабуть, фізично треба бути готовим, скільки психологічно і морально. Тобто, така над вами висне іще і небезпека того, що, ну, не можна зірватися ні в якому разі, і да, треба це зробити. Ви морально якось готуєте себе? У вас є якісь, не знаю, вправи, чи, не знаю, може ви там медитуєте, може ви працюєте над зосередженістю? Кстати говоря, некоторое время пробую медитации, и немного это отвлекает. Вы знаете, да, вы правильно говорите о том, что на таком уровне очень тяжело находить моральные усилия, психологические, для того, чтобы это все не бросить, потому как очень часто возникает иногда такое желание. Но, опять же, это скорее в результате какой-то перетренированности. Нервная система, она просто такая защитная функция у нее. Но при этом, наверное, меня двигает вперед то, что я понимаю, если я брошу, то я могу просто к этому больше не вернуться. И мне на самом деле очень жаль будет тех усилий и тех сил, которые были вложены и потрачены. Я понимаю, что я еще как спортсмен могу достаточно долго выступать, поэтому, наверное, вот это желание что-то показать больше и какой-то страх к тому, что нельзя бросать сейчас, иначе
иначе потом просто можно не вернуться. Вот это, наверное, толкает меня пока что вперед. Ну и плюс очень важна поддержка. Поддержка ни в якому разі, як единомышленников, можна... которые да, находятся кинуть. Рядом. И иногда вот какие-то психологические просто, можно даже сказать, иногда даже грубо, агрессивно, но заставляют и говорят, иди дальше, у тебя все получится. Це дуже добре, що є такі люди. І вони повинні бути не лише в кожного спортсмена, а в кожної людини, яка займається будь-чим у цьому житті, аби підштовхнути. Ну, якщо навіть нема нікого, то треба себе, мабуть, брати за шкірку, як то кажуть, і направляти. Направляти, щоб зробити те, що ти можеш, і, можливо, більше. Бо коли людина лише знає, що вона може, це непоганий результат. А коли вона може більше, от тоді якраз стаються ті звершення, про які ніхто навіть не думав, не сподівався, але людина це зробила. З приводу харчування перед змаганнями і взагалі харчування, от кажуть, що спортсмени зараз так є, подеколи зловживають якимись добавками харчовими, щось можуть вживати те, що їм їх стимулює. Ось як з цим в світі, чи проводяться ті контроль спортсменів і так далі? Смотрите, ця тема достаточно сложная. Могу сказать только свое мнение. Есть две федерации. Государственная, где есть допинг-контроль, и есть альтернативные федерации, где есть отдельно аматорский, аматорское подразделение. Это те спортсмены, которые выступают без дополнительных препаратов. И есть профессионалы. То есть ни для кого не секрет, и я не буду говорить о том, что этого не существует. Я сейчас выступаю среди профессионалов. И, естественно, опять же, на том уровне, на котором нахожусь сейчас я и подобные мне спортсмены, естественно, среди своих добавок есть определенные препараты, которые стимулируют и помогают нашему организму быть сильнее. Но без этого, к сожалению, никак. Единственное, что свое мнение могу сказать, это должен быть абсолютно осознанный выбор. Mm-hmm. То есть это должно быть только потому, что ты сам понимаешь, что для того, чтобы было что-то большее и идти дальше, ты готов пойти на определенные риски. Если тебя заставляют, нет, это должно быть именно взрослое осознанное решение, и только после того, когда спортсмен достиг какого-то уровня. То есть если это новичок, который один раз в жизни выступил и планирует там употреблять какие-то препараты, чтобы достигнуть большего, я считаю, это неправильно. То есть потенциала у каждого человека очень много, его нужно правильно раскрыть. Но на определенном этапе... А які можуть бути ризики? Що впливає, які, не будемо зараз говорити, які саме препарати, просто як вони можуть вплинути на людину, чи є особливості? І, можливо, в деякій мірі щось краще не вживати, так, а залишитись на якийсь... Чи це вже неможливо? Або так, або інакше? Риски, звісно, є. Риски є і в плані ендокринології, і в плані в цілому токсичності на організм. Для цього існують, опять же, препарати, які допомагають організм чистити, відновлювати. Есть всеми известные препараты, которые рабочие, и если спортсмен планирует быть на каком-то хорошем уровне, то он так или иначе делает выбор в пользу этих препаратов. Опять же, я не хочу, чтобы здесь прозвучала от меня какая-то пропаганда. То есть нет, ни одного своего спортсмена я никогда не принуждала и не предлагала никаких препаратов, которые могли бы стимулировать, потому что я всегда считаю, что человека нужно раскрыть до конца его личный собственный потенциал за счет правильных тренировок, за счет правильного образа жизни. То есть с моей стороны абсолютно никакой агитации. Это мой осознанный выбор и осознанный выбор тех спортсменов, которые находятся на уровне мастеров спорта международного класса и элиты пауэрлифтинга. Наталья, далі що? Вже таку тему ми сьогодні стільки вже поговорили, так? Про вас і про ваші досягнення, про те, як ви йшли, який шлях був тяжкий. Далі що? Карантин, він завадив багатьом, да, і спортсменам також. Що планується, чи є зараз вихід з цієї ситуації якимось чином? Сейчас мы в состоянии подготовки, мы готовимся, мы хотим выступить в ноябре. Я хочу выступить в Киеве и, возможно, поеду в Луцк в двух разных федерациях.
хочу перевыполнить ту сумму, которую уже собрала, ну, как минимум показать не меньше. Это, скажем так, такой пунктик у меня. Мои каждые соревнования, они должны быть хотя бы на несколько килограммов, но лучше предыдущих. Це дуже добре. Я вам бажаю успіху, великого успіху, щоб ви перевершили себе. А це ж, знаєте, як складно. Дуже складно. Але хочеться, щоб справді ви налаштувалися, знайшли, згуртувалися, знайшли в собі сили, знали, що ми тримаємо кулачки, ми віримо, що все Спасибо. Вийде так, як хочеться. Здоров'я хочеться побажати вам міцного здоров'я і врівноваженості. Ось це те, що допомагає спортсменові діяти і йти вперед. В будь-якому випадку. Спасибо большое. Дякую, що прийшли. І, Спасибо, що пригласили. Мені приємно. Хочемо ще вас побачити у нашій студії. Я сподіваюся, що ви ще не раз до нас прийдете. З удовольствием. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.